Последнее время в Украине все больше заговорили о легализации проституции. И сразу появился большой конкурс на одно место. Да. Так, например, проститутка Алевтина, ранее работавшая продавцом на рынке, дает клиентам сначала попробовать. Путана Елизавета, которая раньше работала в обменнике, обслуживает клиента через окошко. Путана Ирина, которая раньше работала в библиотеке, просит соблюдать тишину. А вот к Альбине никто не ходит. Она раньше работала фокусницей, поэтому клиенты не знают, откуда в следующий раз она достанет кролика. Да, и если вдруг это новое законодательство пройдет, то в Украине будет иметь свои бюрократические особенности. Давайте посмотрим. Здрасте. Здрасте. А я оделся, подготовился. Я вижу, красавчик. Спасибо. Ну что, начнем? Одну секундочку. Ага. Крепкая. Такая. Начнем? Садись. Ладно. Для начала уладим несколько формальностей. У нас сейчас все строго регламентировано. Европа. Сами понимаете. Разворачивайте. А что это такое? Это акт о совершении акта. Что-то я не понял. Я прошу прощения, девушка, у вас бордель или что? Мальчик, полегче. У нас административный центр эротических услуг. Так что не бордель, а серьезная организация. О, придорожник. Между прочим, лучший из непрошедших вуза. Понятно. А как вас туда вообще берут? Мы проходим очень жесткий отбор, к твоему сведению. Да? В первом туре дальше прошли только те, кто пришли. Ну, может быть, мы начнем? Начнем. Итак, пункт первый. Хорошо. Сторона, получатель удовольствия. Это я. Именуемая далее как гражданин Петров. Я Петров-то. Это вы. Обязуется получить удовольствие от физического лица, а также физических бедер гражданки Ефросинии Свистулькиной. Это вы. Да, с первым размером груди. Секундочку, я прошу прощения. Но я заплатил большие деньги. И там в интернете было написано, что у вас третий размер груди. Да, но по бумагам первый. Ну, просто государство решило уменьшить налоговое давление на малый бизнес, понимаете, да? Поэтому так налог меньше. Интересно. Вы, кстати, не переживайте. Я видела, как вы из душа выходили. Вас налоговая вообще не тронет. По детской квоте пройдете. Это уже хамство, девушка. Пункт второй. Хорошо. Сторона заказчика, именуемая далее как верхняя, и сторона исполнителя, именуемая далее как нижняя. Нижняя. Договорились, что по обоюдному согласию могут меняться сторонами. Это устраивает? Это устраивает. Прекрасно. Ну что, может быть, начнем побыстрее как-нибудь, да? Молодой человек. Да. Послушайте, вы что думаете, вы у меня один такой? Знаете, сколько таких, как вы, через меня каждый день проходит? Правила для всех одни. Заполняем анкету, подписываем договор, оплачиваем счет, ждем 14 календарных дней. Я не могу понять, это что за развод такой? В чем развод? Какие 14 дней я должен ждать? Такие, пока деньги не пройдут через наш прастовый фонд. Прастовый фонд? Ну хорошо, а можно какую-то услугу, я не знаю, пока мы ждем, там, ну, не знаю, ну, приватный танец? Приватный танец можно. О! Государство как раз утвердило список разрешенных танцев. Там, правда, сейчас один гопак. Но я могу. Начинать? Не, давайте заполнять анкету. Ага, прекрасно. Итак, вы из какого района? Сюда смотрим. А, да, извините. Я из Соломенского. О, малыш, тогда с тебя полная предоплата. Почему это? Да потому что сегодня уже трое из вашего района приходили просто помыться в горячей воде.
Так, давайте медосмотр небольшой. Медосмотр, пожалуйста. Ручки покажите. Покажите. Да, подожди, что это за бред? Что происходит? Я сюда пришел совершенно по другой причине. У вас что, проблемы с гигиеной? У нас проблемы с гигиеной? Да. Слушайте, вы пришли в серьезную организацию. Ревизор рекомендует, между прочим. И еще, к вашему сведению, у нашего заведения аж 3 мишленовских звезды. 3 мишленовских? Да. Может быть, вы хотели сказать мишленовские? А вы сюда покушать пришли? Заполняем анкету. Ага. Давайте. Ну, хорошо. Давайте сразу определимся со средством контрацепции побыстрее. Да какая разница? Что за побыстрее? У меня 14 дней. Мне еще ждать столько. Хотите побыстрее? Да, очень. Ну, тогда возьмите биометрический презерватив. Есть такой? Есть такой. Беру с удовольствием. Прекрасно. Клубничный, сверхпрочный, рифленый какой? Да мне пофигу какой, давайте быстрее. Ну, выберите какой-нибудь. И мне все равно, я вам сказал, девушка. Слушайте, вам все равно, у меня на это 3 разных бланка. Хорошо, клубничный я возьму. Прекрасно, на них как раз сейчас акция. Да, ну раз уже есть время, поболтаем. А есть какие-то скидки на это дело? А у вас есть карта киевлянина? А, вот зачем она. Угу. Ну хорошо. Можно быстрее? Можно как-то договориться с вами? Договори, шоколадка. Молодой человек, да. Вы что, смеетесь? Вы не в ЖЭКе и не в больнице. Здесь проститутки и помоложе, и попринципиальней. Постель брать будете? А надо? Ой, я не знаю. Сами решайте. Постель нам предоставляет Укрзалезница. Летом на ней свежо. А осенью сыростью трошечки отдает. Тогда не надо. Особенное пожелание. Какие пожелания? Я и так уже заеднем. Я хотел что-то особенное. Понимаете, у меня это первый раз в борделе. Я хотел с изюминкой. Понятно. Особенное, первый раз с изюминкой. С изюминкой можно? Оригинально. Аля, изюминка нужна. Сюда идите. Встаньте сюда. Встаньте, что вы боитесь? Что происходит? Дорогие похотливые гости и люди, которые просто пришли понаблюдать. Сегодня корабль любви отправляется от пристани желаний в бухт наслаждений. Молодым морячком впрыгивает наш клиент в шлюпку, полную любви, ласки и высокого европейского уровня обслуживания. Где там бросает свой якорек в пучину, в которой в поисках сокровищ потерялся не один водолаз. Дорогие похотливые, согласен ли ты, Артур, овладеть Ефросиней? Да уже! Отлично. Распишитесь в книге «Оформление сайт». Да вы что, издеваетесь, бюрократы? Я не буду нигде расписываться, понятно? Мужчина, вы нам все портите, чего вы орете? Что я тебе порчу, а? Что такое, сейчас приедет СМИ? Мы снимем сюжетик. Какой к черту сюжет? Как это к черту какой сюжетик? Вы лежите в постели с прекрасной девушкой. Так. Между вами мэр. Это не мэр Одессы. Зачем мэр? Ну как, зачем он перерезает ленточку? И мы все начинаем! Да мы уже закончили, ё-моё! Квартал 95! Спасибо!